Особое мнение на 101FM. На 101FM программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня Азиз Агаев, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес-Информ». Азиз Алиевич, добрый день. Здрасте. Всех приветствую с хорошим днем. С прекрасный день на улице. Солнце светит, настроение становится лучше. Съезд Вятской торгово-промышленной палаты на носу. Да, и съезд палаты на носу. Ну что же, Азиз Алиевич, я так понимаю, что нас с вами обоих не было в Кирове 2,5 недели. Ну да, около того. А вот вы вернулись. Какую-то разницу вы заметили? Вот что поменялось по ощущениям в городе? А что должно было все-таки поменяться? Все-таки много чего ведь за это время произошло. За это время у нас выбрали главу города. Появилась новая команда, частично новая команда в правительстве области. Вроде очень много событий. Часть замов Васильева уехала из Кирова. А есть у вас ощущение о том, что что-то изменилось? Ну, я отвечу вам, значит, так немножко как бы философски, в том смысле, что вы спрашиваете меня, вот я вернулся в Киров. Киров – это, и Кировская область – это определенная система. Значит, поменялись некоторые элементы в этой системе. Система же не поменялась. И но пока глобально эти ничего не изменилось. И пока эти элементы не собираются, ни направленность этой системы менять, ни результативность. То есть, ну, декларации какие-то есть, да, ну, там, в сторону того, что мы все вместе, там, чего-то, куда-то, в светлое будущее и так далее. Но за такой короткий период нам еще надо будем посмотреть, как бы, да, вот то, что будут делать новые лица. Но за такой конкретный период даже человек с хорошей направленностью и с, ну, скажем, нацеленностью на результативность не может сделать так, чтобы мы с вами ощутили какие-то изменения. Нет, никаких изменений не ощутил, вернулся в родной город, как бы не увидел его сильно процветающим или там, значит, сильно ухудшившим в этом смысле. Но, правда, некоторые вещи там огорчают. То есть, все равно дороги уже начинают там с осени ухудшаться. Вот раньше у нас как бы вместе со снегом сходили дороги, а сейчас они еще снега нету, они уже ухудшаются. Я представляю себе, что будет после снега. Но это же как бы не системное изменение, это просто показывает, продолжает нам показывать, сигнализировать, что, значит, система на сегодняшний день только ухудшает, значит, свою результативность. То есть нацеленность системы оказывается не на улучшение, значит, тех целей, для которых эта система существует, а на улучшение, собственно, жизни элементов этой системы, то есть тех, кто, причем управляющая система. Вот, собственно, ну, как это должно сказаться на мне? Да никак. Но мы вот с вами уезжали в такое интересное время, да, главу города у нас выбирали. Mm-hmm. Мне вообще кажется, что выбор Елены Ковалевой – это то событие, которое в наибольшей степени повлияет на жителей. А почему? Ну, что значит «почему»? Мне почему кажется, повлияет? Имеет значение, кто возглавляет это здание на перекрестке Воровского, ну, и Карла имеет Маркса. Значение, как люди относятся к своим всем избранникам и какая фракция доминирует. На сегодняшний день снова доминирует там «Единая Россия». История показывает, что при таком доминировании, когда решение фактически городской думы определяется даже не фракцией «Единая Россия», а там региональным отделением, региональным политсоветом «Единой России», то они не всегда принимают в итоге правильные решения и не улучшают систему управления городом. Но сегодняшний день пока у меня вот, ну, такое мнение. Ну, то есть, по-вашему, вообще без разницы, кто сидит в кресле главы города? Конечно. Потому что Елена Ковалева, да, mm-hmm. Елена Васильевна, она ведь тоже представитель «Единой России». Она же шла как представитель «Единой России». Она входит в эту фракцию. Она, по-моему, и член этой партии, если я не ошибаюсь. Но ведь люди-то бывают разные. Правильно. С разным набором личных и профессиональных качеств. Хорошо.
Я вот Елену Васильевну хорошо знаю. Знаю, что она специалист по бюджету. Она умеет наводить порядок. Она знает, где что лежит. Она может, то есть в ее интеллектуальные способности входит там умение анализировать, там, да, умение подать материал там, и так далее, и так далее. Но я ее не знаю как специалиста по развитию. То есть я не знаю в ее биографии вот таких строк, когда она могла отвечать за развитие такой социально-экономической системы, как город. Вы считаете... И за развитие области она тоже никогда не отвечала. То есть, конечно, можно сказать, что она могла привлечь и может привлекать специалистов, да? Ну, может. То есть это зависит. Но, с другой стороны, если человек, собственно говоря, сама никогда не конструировала там какое-то видение стратегическое, да, вот... какую-то новую картину вот этой системы, то, наверное, не означает, что она не может это делать. Это означает, что ей будет сложно сразу это делать. Поэтому, опять, будем посмотреть. То есть очень уважаю Елену Васильевну, но при этом представляю себе все трудности, с которыми она непосредственно столкнется, и будет ли по силам ей эти трудности избежать. Причем здесь их полно, это и интеллектуальные трудности, о которых, так сказать, да, это трудности опыта и знаний, а это еще и политические трудности, а еще и в некоторой степени там финансовые и людские, то есть потому что для улучшения ситуации после постановки целей, да, и задач, нужно будет ведь серьезно перетряхивать и систему управления, которая под эти задачи должны изменяться. То есть сама система управления не должна меняться просто сама по себе. Вот как вы мне задаете вопрос, вот пришли новые люди, а система управления должна меняться под задачи и под цели. А мы ведь пока не знаем этих задач и целей, мы знаем некие декларации. А вот вы говорите про политические трудности. По вашему мнению, глава города Кирова в первую очередь с кем должен уметь разговаривать и договариваться? Вот такой вопрос. В идеале или, значит, по факту? По факту. Значит, по факту. С кем глава должен уметь договариваться? Ну, во-первых, со всеми заинтересованными лицами. То есть, чьи интересы непосредственно не то что совпадают, а перекрещиваются с интересами города. То есть, это строители, это дорожники, это те, у кого есть земельные участки, значит, в которых город так или иначе будет заинтересован в дальнейшем, да? Это все, у кого есть экономические интересы в городе. Это может быть и перевозчики, и коммунальщики, да, и структуры, там, которые отоплением занимаются и так далее. И те, кто финансирует. Ну вот мы с вами финансируем фактически, да? Но население-то об этом, может быть, не знает, потому что они-то не знают, что вообще-то деньги в городской бюджет поступают, когда у них удержат подоходный налог. Фактически они содержат и главу, и заместителей главы, и главы, и депутатов, и главу администрации, там, и так далее, и так далее. И населению как-то по этому, ну так, по боку они, потому что, ну, вроде как работодатель... отдал, а не из своего кармана. Ну, потому что мы не из своего кошелька от этого достаем, платим. Да. Да, да, да. Поэтому, значит, интересанты, вот со всеми интересантами должен уметь договариваться. Получится у Елены Васильевны, потому что у тех, у кого есть экономические интересы в городе, они ведь, у них ведь тоже есть инерция. То есть они раньше решали вопросы там одним путем. То есть где-то по знакомству, где-то по старой дружбе, где-то вот некоторые говорят, что и там вроде как какими-то коррупционными методами. Вроде вот, как говорят, ну да, потому что кроме фактов, которые установили правоохранительные органы, ведь у меня есть только... Я же сам не видел этого, я только слышу об этом. Вот поэтому я и говорю, что вот говорят...
Азиз Алиевич, я предлагаю сейчас прерваться на небольшой перерыв. После перерыва продолжить про Елену Ковалеву, ее независимость и договороспособность. Это Азиз Агаев, его особое мнение. Сейчас ненадолго уходим на перерыв. Особое мнение на 101 FM. Мы возвращаемся в эфир на 101 FM. Особое мнение Азиза Агаева, руководителя аудиторско-консультационной компании «Бизнес-Информ». Я приношу извинения за свой простуженный голос. Что-то меня напрочь продуло в отпуске. Ну так что же, продолжим про Елену Васильевну. А некоторые эксперты говорят, что Елена Васильевна – это человек крепостного. И городом по факту будет руководить Валерий Васильевич. Вот как вы считаете, это так? Ну, я не могу это с достоверностью утверждать, вот, но предполагаю, что какую-то роль в избрании Елены Васильевны в городскую думу Валерий Васильевич сыграл как опытный специалист по избранию, значит, самого себя, например, и других, может быть, лиц в городскую думу. Поэтому я думаю, что он наверняка поделился опытом. Может быть, еще чем-то, я не знаю. Вы сегодня, Азиз Алиевич, так политкорректно выражаетесь, что я даже не знаю, что произошло. Это отпуск на вас так влияет? Да, я очень добрый. Добрый и пушистый. Да, и пушистый. Вот. Дело вот в чем. Просто это люди... Елена Васильевна же не девочка, извините, пожалуйста, за такое выражение. То есть это закаленный, опытный человек, которая пережила сколько губернаторов? Троих? Шаклейн, Быков? Белых. Ой, да, Быков, простите, Белых и Васильев. Да. Поэтому сказать, что вот, так сказать, кто-то на нее вот так вот будет там воздействовать, ну, конечно, она будет учитывать, как нормальный человек, вес и влияние там того или иного человека. Она будет учитывать интересы тех лиц, кто ей помогали. Ну, конечно, будет. Это же нормально, по-человечески правильно. Но я не уверен, что она будет в этом смысле готова будет идти против интересов города. То есть я в этом не уверен. Я думаю, что у нее пока достаточно сил для того, чтобы там таким вещам противостоять. И все-таки, при всем при этом, она может попасть в ситуацию, когда ее будут вводить в заблуждение, там, подсовывать какие-то факты. Но она же умеет работать с информацией. Она специалист в этом смысле и анализировать умеет. Поэтому я не сказал бы, что... Она не знает там и не хочет знать там Валерия Васильевича. Вот. Но в то же время я бы не преувеличивал в данном случае вот его влияние на ее решение. А вы были на инаугурации? Наверное, нет. Да, вы нет. Как раз в это время отдыхали, да. Так же, как и я. Да. А вот некоторые люди, которые там были, говорят, что гостей на инаугурации встречал в том числе Владимир Васильевич Быков. И ну, создавалось такое ощущение, что он хочет показать, что ребята, в городе до сих пор я хозяин. Угу. Вот как вы считаете, насколько он действительно сейчас влиятелен в городе и насколько он сможет влиять на ситуацию или на решение Елены Васильевны? Ну, смотрите, у нас, значит, к сожалению, у вятских людей есть, значит, такое качество, что мы очень трепетно относимся к должностям и к людям при должностях. Поэтому, когда мы говорим, что вот, значит, Владимир Васильевич ушел там из города, условно говоря, да никуда он не ушел, он председатель ОЗС. В каком смысле он ушел из города? Он остался влиятельным человеком. И в этом смысле говорить о том, задавать вопрос о том, может или не может он влиять на решения, принимаемые там в городе, ну, конечно, может. Он влиятельный, авторитетный человек. Понятно, что везде есть какие-то подводные течения, в том числе и во фракции, и политсовете, и кто-то там кому-то чего-то где-то за что-то обязан там, и так далее, и так далее. Ну, уж так устроена, так сказать, наша жизнь, потому что жители города, ну, скажем, отдалены от выборов, и фактически выбор происходит не ими.
ну, не происходит выбор, так сказать, невесты или жениха, как правило, там, если ты лицо невесты видишь только сразу после свадьбы, значит, в первую брачную ночь, понимаете, да? То есть ты можешь сказать «да» или «нет», но ты не знаешь, кого ты выбираешь. Понимаете, да? Поэтому точно так же и вот с депутатами, которые там выбраны. Поэтому, когда мы говорим, Владимир Васильевич, вот там, вот он показывал там, во-первых, он сам по себе такой, то есть он достаточно общительный, он никогда не пригибается там где-то там, куда выходит в той или иной аудитории. Но это не означает, что он всем хочет сказать, что он тут хозяин или еще где-то хозяин. То есть я много раз с ним бывал на разных там тусовках, условно говоря. Ну, поведение человека такое. Да я думаю, что в тех тусовках, где ходит Владимир Васильевич, практически каждый себя так ведет, кроме некоторых там особенных лизоблюдов, там, условно говоря. Поэтому нормально. Я думаю, что он себя как... Я вот лично считаю, что он себя вел очень естественно. Это не означает, что он показывать хотел, что он тут... А ведь он действительно тут. Он ведь председатель ОЗС. Это достаточно серьезная, влиятельная, авторитетная должность. Ну, хорошо, я еще хотела обсудить с вами историю с Геннадием Коноваловым. Это человек, которого все прочили как раз на должность мэра, о котором говорили, что он уже согласован в АП. И вдруг что-то пошло не так, и Геннадий Коновалов отказался. Это нормальная ситуация или это значит, что... что-то нарушилось в общепринятом порядке вещей? Я, честно говоря, никаких вот подковерных игр и подковерной информации не как бы обладаю в этом смысле. Я Коновалова тоже знаю. Нет, ну просто вот, я... вот представьте ситуацию. Человека согласовывают в АП на должность главы города. Да откуда мы знаем, что его согласовывали? Ну вот, вот давайте ну, представим, что мы знаем. Там, ну некоторых... нет, да. Давайте представим, что мы знаем. Ага. А, согласитесь, это ведь сложно сделать, предварительно не согласовав это с человеком. Ну, конечно. А потом мы имеем отказ. Это нормально? Ну, давайте, раз уж мы пошли представлять и предполагать, давайте тогда дальше и предположим. Ну, предположите. Да, давайте предположим, что его согласовывали, а потом, значит, ситуация изменилась. Но... Ну, хорошо. Во-первых, я думаю, что он реально понимает, какая это работа. И... Дело в том, что он никогда ведь в такой работе не бывал. Вот непосредственно вот в такой политике общественной, по большому счету. И поэтому надо ли ему это, хватит ли его здоровья на это, тем более, как ему еще нужно будет, по большому счету, нужно было бы правила там вот этой работы для себя уяснить, а они, ой, как непростые там. В этой сфере люди очень часто, как змеи, друг друга могут кусать, жалить, ядовитыми своими зубами подставлять, обманывать там, и так далее, и так далее. Надо ему это для... Я думаю, что он поберег свое здоровье. Ну, хорошо, предположим. А когда у нас регион возглавлял Никита Белых, он очень часто говорил, что у нас муниципальная власть самостоятельная, что я там на город Киров не влияю. Да. Ну и вообще отношения у них с Быковым были не очень. Да. А вот сейчас, насколько будет область вмешиваться в дела города? Будет ли у нас два отдельных центра принятия решений? Или они все равно вынуждены как-то сотрудничать? Но несмотря на то, что Никита Юрьевич говорил об этом, и я не думаю, что прямо они там с Быковым любили друг друга, но я бы не сказал, что там какие-то особенные конфликты были. Они могли возникать только на основе каких-то вопросов общественно значимых. А влиял Белых на какие-то вопросы, которые в городе принимались? Конечно, влиял. Будет ли влиять там команда Васильева на... В какой степени? Вот интересно, в какой степени? Ну, в той, в какой это было вообще ему интересно, с двух точек зрения. Может быть, с точки зрения там каких-то интересов тех или иных инвесторов. И, может быть, с точки зрения общественной значимости. То есть вопросов, которые людей
так или иначе там интересовали. Ну и еще и, может быть, в связи с тем, когда он там устанавливал какие-то памятники, там, условно говоря, и так далее. Ну, я думаю, что вот так. В целом, во всем остальном, ну ведь когда ему задавали вопросы про дороги, он же все равно проводил совещание или там про тепло. Город Киров же, это все-таки город Киров. Поэтому я думаю, что команда Васильева точно так же будет влиять, будет желать влиять на все процессы, происходящие в городе. Если возможно, также с точки зрения там, каких-то экономических интересов, если что-то еще инвесторам интересно в городе, может быть, они и будут этим заниматься. А как насчет главы администрации? На это место тоже сейчас все прочат Шульгина, нынешнего зампреда Васильева. Насколько удачна эта кандидатура? Вот я в самом начале специально хитро вот вам как бы ответил, так. И вот возвращаюсь туда. Удачная, неудачная кандидатура Шульгина, я ведь его лично не знаю. Поэтому я думаю, что, ну, мне не очень понятно, вот человек типа министр там промышленности, энергетики и ЖКХ там, да, у нас, или как он там, какие должности там он занимает. И вдруг он идет главой администрации города Кирова там, да. То есть для меня как бы все-таки зампред на области там повыше будет, чем глава администрации города Кирова, да, сити-менеджер, скажем, как у нас еще по-другому там. Ну, понятно, он распоряжается финансовыми ресурсами и так далее. Но у нас ведь правоохранительные органы уже не те, что были там 10 лет назад, да. В том смысле, что... Это вы к чему? Это к тому, что даже если кто-то распоряжается какими-то бюджетными средствами, он должен это сейчас делать только в интересах того субъекта, кому эти средства относятся. Но вы имеете в виду, что если что, нарушения срок не сойдут? Не сойдут. Я думаю, что так или иначе, значит, вся информация это собирается, складируется, и как только, значит, появляется политическая воля, что кто-то там какие-то средства присвоил. Мы на примере можем многих там и по России видеть, и что так или иначе через год, через два или через три, значит, эти факты поднимаются, заводятся дела, и людей привлекают, значит, к ответственности. Понятно, что должна быть воля на это. Но плохо, что эта воля все время должна быть из Москвы. Я считаю, что такая воля должна определяться непосредственно законом. То есть нарушен закон, значит, сразу нужно человека брать за одно место мягкое или за другое мягкое. Вот я узнаю уже, да. Азиза Алиевича. И тащить его туда, значит, куда положено. Вот. И мы все должны этому способствовать. Но, тем не менее, не всегда получается. Вот я на этом, Азиз Алиевич, предлагаю прерваться. Это особое мнение Азиза Агаева. Сейчас мы уйдем на рекламу и через пару минут вернемся. Особое мнение на 101FM. Возвращаемся в эфир. Это «Особое мнение» на 101FM. Азиз Агаев напротив меня. В студии все так же Юлия Афанасьева. И все так же я приношу вам извинения за свой охрипший и продутый голос. Ну что же, Азиз Алиевич, давайте закончим про Шульгина. Ну вот я почему вас возвращал на самое начало как бы, да. Нашего разговора. Я тогда сказал, что какие цели перед системой стоят. То есть пока мы не знаем, какие цели стоят, какие ставят цели... Новый состав Думы. Избрать Путина в 2018 году. Если для этих целей, я не уверен, что Шульгин нужен. Может быть, тогда Филиппа Киркорова, я не знаю, избирать главу администрации. Нет, понимаете, на Филиппа Киркорова бюджета не хватит города Кирова. Вот не знаю. Вот, может быть, если цель там, значит, там внедрить человека Васильева, условно говоря, в город. Ну, во-первых, надо быть убежденным, что Шульгин... Вообще-то человек Васильева, несмотря на то, что его Васильев. То есть надо понять, чей он человек, вот, чьи интересы, каких людей он будет там в городе продвигать в таком случае. Да, то, может быть, ну да, значит, это Шульгин.
Но если цель стоит там опять развитие города, то надо посмотреть, в каком направлении будет это развитие, и вообще способен ли Шульгин именно продвигать это развитие. То есть, понимаете, да? То есть, людей подбирать нужно под задачи и цели. Потому что люди, в данном случае, с точки зрения системного управления, являются ресурсом для выполнения, для исполнения этих целей. То есть, какие ресурсы нам нужны? Вы же не будете спорить со мной, если, скажем, что нам в случае военных действий нужны военные, да? В случае выигрыша Олимпиады там нужны спортсмены. Мы же не можем там Шульгина поставить на 100-метровку и сказать, так, ну-ка, давай там выиграй 100-метровку на Олимпиаде, там, условно говоря. Да? То есть, каждый должен заниматься своим делом. Абсолютно верно. Не просто своим делом, а еще и должен уметь достичь поставленных целей. Поэтому все надо смотреть от, в зависимости от цели. Если какие-то скрытные от жителей города цели есть, и вдруг этот человек именно под эти скрытные цели ставится, ну, значит, ничего не остается жителям города, как посыпать голову пеплом. Так, ну хорошо, давайте тогда с Шульгиным, видимо, пока закончим. Но вот лично мне странно, что не называются никакие другие кандидатуры. Даже по мэрам их было два, это Геннадий Коновалов, и про Ковалева тоже говорили. А про главу администрации звучит один Шульгин, и это странно. Ну там же конкурс будет. Кто подаст документы? Конкурсную комиссию. У нас же все, понимаете, у нас есть все институты демократические для того, чтобы мы достигали эффективных решений. Другое дело, как эти институты работают. Но ведь мы процедуру-то соблюдаем. У нас и выборы проходили по демократическим процедурам. Ну, да. Так что нам радоваться надо, хотя бы процедура есть. Так что ждите, будут кандидаты. Будет вам демократия. Да. Про команду Васильева, старую, новую, давайте поговорим. Исход Куземской, Бекетова и Мищенко. С чем вы связываете? Ну, если они не дураки, то они правильно ушли. Год прошел, а как бы результатов-то деятельности положительных нет. И думаю, что кто-то же должен, так сказать, так-то, по большому счету, за это ответить, если за это не отвечает губернатор. Год прошел, результатов нет, а его ведь избрали. Значит, кто-то другой должен отвечать. Кто? Я вот слышал, что там, что Бекетов там не справился и так далее, некоторые говорят. Но у меня есть такое мнение, и вот я его придерживаю. Вот, смотрите, для освещения деятельности правительства в положительном ключе, результатов деятельности, эти результаты должны быть. Не может Бекетов выдумывать из головы результаты и освещать их как бы в положительном русле. Знаете, есть такая пиаровская прибаутка. Если нет реальных дел, не спасет пиар-отдел. Вот, ну, видите, и вы, вот эта прибаутка как раз и про это. Поэтому, ну, и хорошо, он поработал. Нет, ну, подождите, тогда дружным строем за Бекетовым должны были отправиться пресс-служба вся. За почему? Яна Юрьевна. Зампред ушел? А все говорят, ну, мы же делали то, что начальник говорил. Угу. Поэтому сейчас будет новый начальник говорить, они будут... Ну, что же вы, стрелочник это? Зачем, так сказать? Вот они выполняют задачи, которые... Поэтому я вообще не испытываю с этим никаких там ощущений, там, знаете, когда там Брежнев умер или Андропов там, или еще кто-то там. Ну, слава богу, у нас никто не умер. Что какие-то чувства такие, ой, ушел, что будет область делать? Не знаю, что будет область делать. Ну, и так или, область... может быть, наоборот, вы могли бы почувствовать, ну, ушел, и слава богу. Честно говоря, нет. И, слава богу, тоже не приходит в голову, потому что, как сказал наш губернатор, теперь уже не в Рио, костяк остался тот же. Ну, то есть вы считаете, что и Куземская, и Бекетов, и Мищенко ушли сами? Да. Никто их не увольнял, вот совесть замучила и уволились. Ну, формально-то, как минимум, это так. Никто же не объявил... Азиз Алиевич, вы мне сегодня решительно не нравитесь. Ну, иногда можно и не нравиться. Хорошо. Новые члены команды. Да. Плитко, Коробов, Чурин, Сурженко. Изучали ли вы, знакомы ли вы с кем-то из них? Ну, я знаю только Чурина, потому что он местный.
Вот, остальных знаю только из прессы. А вот всех остальных роднит с Васильевым Росреестр и служба в силовых органах. Ну, служба в силовых органах только, наверное, этого, как его, Коробова, что ли? Там он где-то в ФСБ там, или в КГБ там работал. Кто-то еще из них служил, если я все правильно помню. А еще один служил, но, по-моему, непонятно сколько и непонятно где. Ну, может быть, тоже там служил. Там. Ну, по-моему, что-то меньше 5 лет, что ли, там, где-то так. Ну, хорошо. И что? Ну, служили. Ну, посмотрите, один из них кандидат политических наук. Я вот посмотрел список их там послужной, так сказать, mm-hmm. да. Вот в связи с этим у меня появилось не слава богу, да, вот. Поясните. У меня появилась некая тревога, то есть у этих людей тоже нет опыта управления хотя бы частью такой социально-экономической системы, как область. Вот меня это... У меня это вызывает определенную тревогу. Я не знаю пока их личных качеств, там, интеллектуальных качеств там, и так далее. Тоже время покажет, да. Но на сегодняшний день есть вопрос как бы к опыту и знаниям. Есть у меня такие вопросы. Потому что, как говорит, так сказать, порядочность и профессионализм, это, ну, посмотрим, время покажет. Но на сегодняшний день, как говорят, бэкграунд, да, вызывает, значит, определенную тревогу. Что касается того, кого мы знаем, Чурина, у него ведь тоже нет опыта управления. То есть он предприниматель в том смысле, что достаточно много раз выходил из очень сложных ситуаций для себя лично в том числе. Это хорошо. Это хорошо. Но не стоит забывать, что были примеры, когда люди, приходящие с предприятий, у нас были такие люди, приходящие на службу в правительство, они здесь вяли. Потому что если на предприятии у тебя цель заработать деньги, выпустить продукцию, которая продается, и заработать деньги, то здесь не просто заработать деньги, а здесь нужно создавать условия для других, чтобы они зарабатывали деньги, часть из которого будут тебе перечислять бюджет. Потому что ты можешь функционировать, а цель, собственно говоря, вот этой власти, которая областная, заключается в том, чтобы обеспечить нормальные условия жизни для жителей области. Не зарабатывание денег. Мне кажется, что они должны обеспечить в первую очередь выборы президента в 2018 году, отсутствие социальных недовольств. Я-то думаю, что и по законам, и Конституции их цель, и по положениям обеспечить нормальную жизнь жителей области, а не выборы президента. Поэтому, а кто начальник-то? Кто? Жители области или вот президент? Смотрите, а тут вы хороший, интересный вопрос задаете. До тех пор, пока эти люди считают своим работодателем президента, они будут работать не в интересах области. Их работодатель не президент, их работодатель – жители Кировской области. И вот пока нету этого понимания, а более того, понимание приходит только, когда над тобой давлеет там, закон или какая-то угроза, там, да, вот сейчас давлеет над ними, что президент возьмет и уволит кого хочешь, там, или администрация президента. Поэтому интересы жителей Кировской области, скорее всего, могут как бы во вторую очередь соблюдаться. Да? В первую очередь, правильно вы говорите, наверняка будут соблюдаться выборы 2018 года. Слушайте, давайте на какой-нибудь позитивной ноте закончим. У нас с вами 2 минуты осталось. И... Что, нота позитивная? Жить мне как-то хочется все меньше. Погода хорошая. Я думаю, что каждый из нас в определенной мере счастлив в своей жизни. И наша счастливая жизнь на сегодняшний день, вот тут, слава богу, не всегда зависит от того, как эти люди управляют областью. Ну, будем ходить по треснутым дорогам и ездить по ямам. Ну, чего, первый год, что ли? Вы сейчас прямо от нас отправитесь на съезд Вятской торгово-промышленной палаты, да, избирать ее президента. Есть интрига в этом году? Я думаю, что никакой интриги нету. Президент будет избран. А один кандидат?
Я думаю, да, никто не обсуждал второго кандидата. Ну, собственно, наверное, на этом мы с вами закончим. Это Азиз Агаев, руководитель аудиторской консультационной компании «Бизнес-Информ». Его особое мнение. Я вам желаю хорошего дня и спасибо за эфир. Всем тоже до свидания, хорошего дня. Особое мнение на 101 FM.